Приветствую главных героев сегодняшнего дня, участников регионального чемпионата «Молодые профессионалы WorldSkills Россия», конкурсантов и экспертов, организаторов и волонтеров, партнеров и спонсоров, большую команду, которая объединяет наше первенство. Это честь обращаться сегодня ко всем вам. Хотим выразить слова благодарности организаторам чемпионата, руководству региона, представителям министерств и ведомств, директорского корпуса и сотрудникам каждого колледжа. Вы отличная команда, которая, несмотря на все сложности и требования, делает огромную работу для того, чтобы каждый участник чемпионата смог показать свой лучший результат. А тот, кто сегодня участвовал в соревнованиях в статусе конкурсанта, это, конечно, очень ответственно и сложно, и в то же время амбициозно и перспективно. Профессиональные практические навыки сегодня главная ценность на рынке труда и ваш личный капитал, который расширяет ваши возможности. Используйте опыт участия в чемпионате, продолжайте развиваться, практикуйтесь, пробуйте новое и учитесь, и вам откроются действительно безграничные перспективы. Я уверена, этот чемпионат станет для вас успешным стартом в профессию, вашим билетом в будущее. Будет стимулом двигаться вперед и добиваться новых побед, как это сделали такие же, как вы, юные школьники и студенты, участники прошлых чемпионатов. А также даст возможность быть востребованным на рынке труда, потому что работодатели с большим интересом смотрят на выпускников чемпионата. Так что, ребята, это ваш первый пьедестал и точно не последний. Экспертное сообщество – это фундамент всего движения, чей труд, профессионализм и преданность делу заслуживают уважения и пример для подражания. Ведь вы ведете практически непрерывную работу в экспертном сообществе, зачастую совмещая ее с основной деятельностью в образовательных организациях, предприятиях или своих проектах. Желаю вам с честью носить звание эксперта, не сдавать позиций и дойти до вашей и ваших конкурсантов триумфальной победы. Отдельные слова благодарности волонтерам за помощь и бескорыстный труд. Поверьте, этот опыт вам непременно пригодится в жизни, а многие из вас сегодня волонтеры, а завтра станут конкурсантами. Поздравляю с успешным завершением регионального чемпионата «Молодые профессионалы WorldSkills Россия» и до встречи на финале национального чемпионата, который в 2021 году пройдет в Республике Башкортостан.